Всем привет! Сегодня 10 апреля и с вами, как всегда, Камила Хакимуллина. Мы собрали для вас на этот вечер отличные мероприятия. Подробнее о них узнаете через пару секунд. Айгуль Бариева выступит сегодня в Казани. Российская эстрадная певица и исполнительница татарских народных песен, заслуженная артистка Республики Татарстан, исполнит песни на татарском и на русском языках. Не пропустите! Бесплатный мастер-класс по фотографии от Олега Самойлова. Хотите научиться делать хорошие фотографии? Тогда приходите на бесплатный пробный урок сегодня. Надеюсь, вы уже определились с планами на сегодня. Если еще нет, подскажу вам две замечательные выставки. Выбирайте! Выставка этно-авангардиста Мадияра Хазиева «Возвращение к истокам». Основной тематикой произведений художника является жизнь деревни с ее неспешным бытом и глубокими традициями. Он воссоздает то душевное состояние, которое когда-то пережил в детстве, передает основополагающие ценности татарского народа. Выставка Фариды Хасьяновой «Живопись, графика». На выставке представлены иллюстрации к татарским народным сказкам, создание которых потребовало от художницы большой исследовательской работы, кропотливого изучения татарского быта, национального костюма. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока!